Здравствуйте, друзья, в этот ветреный воскресный день мы с вами снова в Ист-Пало-Алто. Смотрим, как идет наше строительство. Так, может быть, некоторые вещи и незаметны совсем, но вот эти вот посты, столбы, можно сказать, они были 4 дюйма, а стали 6. Вот так вроде мелочь, но это мы хотели, чтобы так было. Дверь, видите, как ее покрасили. Вот эта красивая красная дверь, смертельный номер вообще. Вот эта красивая красная дверь будет стоять вот тут. То есть она будет в дополнение к той, которая не менее красивая, не менее красная. Но тогда можно будет, например, вот эту дверь открыть, а через сеточку на железной двери будет ветер гулять. Соответственно, как бы возникает такая вентиляция дополнительная. Так, ну что же, идем дальше. Вы видели, что фактически вот эта стеночка там, это новый санузел, который там построен был. Мы сейчас на него глянем. Здесь тоже облагородилось. Тут торчали трубы всякие. Все это приводится в такое соответствие, чтобы инспекция могла принять и разрешить жить в доме. Тут раньше было много мусора, сейчас мусора мало, почти нет. То есть это процесс. Вот вид. Отсюда Света удивляется. Она говорит, как же так? Ведь сказали же не красить решетки черным. А почему-то покрасили черным. Они раньше были черными. Я сказала, у нас нет черного цвета. Света им сказала, не надо красить, перекрашивать черным, перекрасьте каким-нибудь зеленым. Ну вот не так. Зеленым, а отделочным. Отделочным. Ну, еще Свете лучше знать. Ну, стройка Света, это как на войне. Думаешь, почему стреляли по своим? Так никто же специально по своим не стреляет. Просто так выходит. Так, ну что? Ну, двери, видишь, покрасили более блестящие. Гараж. Да, вот этот наш бывший гараж, он же теперь такой вот, как сказать, one bedroom такой маленький там теперь стал. Да, шла борьба за то, чтобы дверь была блестящая, а то они ее покрасили матовым цветом. Говорит, как же матовый, покрасили блестящим. Хорошо. Заходим в дом. Так, ну тут еще... как бы далеко до товарного вида. Хотя, в общем-то, надо сказать, что почти все уже сделано. Вот если, например, вынести все лишнее и бумагу с пола снять, будет очень-очень симпатичное что-то такое. Так, ну пошли смотреть. Да. Света, давай, комментируй. Здесь нет. Вообще было пленкой затянуто вот на этом месте. Да нет, они просто затягивали пленкой, чтобы не пачкать кухню. Да. Они так изгадили, я не знаю, сумеем очистить это все. Света, только позитивно. Смотри, что творится. Давай, покажи, что творится. Вот, черный, смотри, на каунтере. На каунтере, это порошок, Свет. Это порошок, это не испачкалось ничего, это просто порошок. Не волнуйся, Света любит, знаете, перфекшенизм. Ей перфекшен подавай. Так. Где построили туалет? Вот это то, что хороший большой шкаф. Спокойно. То, что с виду, внешне это как бы один туалет, внутри это сначала шкаф, вот это хороший, сочный, такой смачный шкаф с полочками, так? Это шкаф. А вот это уже рядом со шкафом, это туалет. Тут даже вот мы видим раковину приделали. Вот она раковина. Так, тут уже... выложили плиточкой, но не замазали швы еще. Вот вы видите. Плиточка. Так. Вот. Света, вот она, уже там по телефону разбирается с нашим контрактором. Ну что, вот такие красивые, можно сказать, излишества. Я бы так это назвал, вот вертикальные. Вот, слушайте, очень-очень мило, очень мило. Так, идем дальше. Ну, это санузел, он тут и раньше был. Хотя, может быть, он сейчас немножко преображается в сторону освобождения от всякого мусора. И тут его еще помыть и, в общем, в чувство привести. Вот у нас эти обогреватели тут стоят. Я боюсь, что у вас не очень хорошо видно на экране, потому что... камере не за что зацепиться, знаете, все такое блекленькое, матовенькое. Так, да, это что-то
резать плитку, наверное. Станочек-то такой. Так, это спальня. Ну, а я тут стою спиной в шкаф. Такой упираюсь спиной в шкаф. Вот он. Вот он спиной в шкаф. Вот у нас тоже здесь обогревательное такое устройство. Это не красным, а термостат. Пожалуйста. Так. Света дает ценные указания. Здесь, ну вот мы видим, да, вот здесь, видимо, они режут эти красивые финтифлюшечки для туалета, это так мне кажется. И вот, вот так потихоньку, потихоньку, полегоньку. Опа, на стекло разбили, слушайте. Разбили стекло, точно. Надо Свете сказать. Да, разбили стекло. Ну и вот последний, третий, значит, бедрум. Здесь неплохо получается. Два туалета и три бедрума. Место очень такое центральное. То есть у нас уже есть три девочки-медички, которые приезжают в Стэнфорд там, получать какой-то продвинутый дегри, которые хотят снять. Отлично. Через месяц два туалета получились шикарные. Этот домик. Хорошие, просторные два туалета. Отлично, Свет, отлично. Да. Миша сейчас потихоньку. Он сказал, что он перекрасит эти со мной. Нет, перекрасить, ладно, стекла надо будет. Стекла я сейчас Эдику. Наверное, нужно будет раму менять. И... Ну, в общем, друзья, стройка, есть стройка. Меня, друзья, отправили обойти дом по периметру и посмотреть, нет ли где еще повреждений в стеклах. Так что вот я совершаю такое пешеходное путешествие. Вы видите, стоит кондиционер. Так, но здесь я не могу увидеть ничего. Правда, здесь пленкой затянуто. Так, стоит кондиционер. Нам сначала инспектора говорили, что это не положено так близко к забору. Мол, пожарникам тут лестницу не поставить. А пожарники глянули и говорят, а тут что с кондиционером, что бес все равно лестницу не поставить. И сказали, ладно, тогда пусть стоит. Так, ну что, вроде нормально все, знаете? На стеклах ничего такого не видать. Тут вообще окон нет на туалете. Тут, друзья, вы вместе со мной смотрите. Я на вас полагаюсь. Не, ну здесь как? Бумага, как не бумага, пленка, но она закрашена. Много не увидишь так. И здесь много не увидишь. Вот жена послала меня. В хорошем смысле послала меня оглядеть. А как оглядишь ты, господи? Да, нет. Идея была неправильная. Все забито. В смысле забито. Замазано, закрыто пленкой. Вы видите, друзья, идет тестирование. Это термостат. Светлана выставляет на нем что-то. Так? Ты сначала проверил. А я смотрю. Нет, с этой стороны. Проверили. Давай. Включен ли он вообще? Включено ли? Нет. Давай смотрим. Это обогревательная панель. Из-за угла вообще не увидишь. Ну, смотри, смотри, включено. Оп. Нет, это вот так включено. Так, включено. Теперь Светлана крутит термостат. А я смотрю, чтобы лампочка загорелась. Давай, Света. Не горит пока. Оп, загорелось. На 65. Загорелось. Ну, значит, работает. Может быть, даже человек, который ставил, сам тестировал.